Всем привет! Вы на канале «Одержимый вещами». Меня зовут Санек. И в этой серии видео я вам буду показывать, как я с 1000 рублей иду до Stone Island. Stone Island в среднем стоит 9-15 тысяч рублей по расценкам Авито. А начнем мы с 1000 рублей. И в дальнейшем будем перепродавать вещи секонд-хенда, тем самым зарабатывая себе деньги как раз на эту данную вещь на Stone Island. А перепродавать я буду, как я уже ранее сказал, на торговой площадке Авито, также в своем инстаграме. В принципе, если есть желание, можете подписаться на него, ссылочку оставлю ниже. Также оставлю свой телеграм-канал, кому интересно, можете переходить. В принципе, мы можем переходить уже к первому секонд-хенду. Не вижу смысла задерживать, пойдем. В общем, пора выдвигаться на первый завоз. Время 9:00. Завоз в 10 у нас. До завоза ехать минут 15. Надеюсь, сегодня будет много жира. Погнали. Короче, взял вот такой адик. Винтажненький Фриско. Размер где-то L-ка. Джек XL. Такой хаки цвета. Левис, худак, шарпа. Тоже такой прикольный размер S. И женский чемпион размера S, тоже укороченный худак. Неплохо. Каждая по 160 рублей. В общем, сегодня на завозе мы взяли 4 такие шмотки. Худи Левис размер S, флисовое худи. Флиска Джек, она немного косячная, есть у нее вот такие вот моменты на рукавах, то есть вот выгоревшая или это белизна, без понятия, что это. Флиска Адика, размер XL, тоже в принципе неплохая флиска, но надо ее почистить. И худи Чемпион, женская, размер S с радужным логотипом. Логотипчик есть еще на рукаве. Приблизительная сумма, которая выйдет с этих 4 шмоток, в районе 4000 рублей. В проекте у нас осталось еще 350 рублей, потрачено было 650. В общем, выдвигаемся на третий завоз. Вчера была пятница, я решил это не вставлять, поскольку ничего классного не было. Вчера ночью было очень сильно. Метель, поэтому дороги все замело. Сегодня субботний завоз. Подвигаемся мы в центр города, ехать минут 20. Вот. Так что скоро будем на завозе уже. В общем, есть такой Элис. Стоит 354, неплохой Adidas, обычная зипочка серая, 200 рублей, нормальный. Пуховик Tom Tailor, который, в принципе, я без понятия брать или не брать, который стоит 699. Прекрасная шарпа Jack Wolfskin, женская, за 354. И еще одна флисовая худи Jack Wolfskin, 199. Я сейчас киношку, блядь, засниму. Happy New Air. Или Happy New Air. С пакетом шмоток. На сегодняшнем заводе мы взяли целых 6 шмоток. Первые 4 идут в проект. Вот эти 2
взял на личную полку. Первый — это худи Элис розового цвета, 354 рубля, размер ML. Вот такое худи. Второе — это флисовое худи Джек Вулскин, размер M, 199 рублей. Следующее — это серые зип худи от бренда Adidas. Обычная зипка, ничего в принципе сверхнеобычного. И следующее — это такая вот шерпа-флиска от бренда Джек Вулскин, размер S, женская. В принципе, очень крутая, состояние у нее идеальное. Две вещи, которые идут на мою личную полку, это флисовый шарф Джек Вулскин и нейлоновые штаны Adidas. Они мне понравились, то, что у них имеются снизу вот такие замки, когда они расстегиваются. Это выглядит очень прикольно. Мне, в принципе, этим они и понравились. При том, то, что они еще очень широкие, потому что размер это 2XL. С этих четырех вещей мы должны заработать в районе 3500, плюс-минус. Там уже все зависит от того, как быстро мы это продадим. Потрачено было на эти четыре шмотки 900 рублей. В принципе, я считаю, завоз удался. И взяли мы тоже вполне неплохо. На эти было потрачено в районе 700 рублей примерно. В общем, сейчас у нас купили флиску Джек Вулскин. Я иду ее уже отправлять. За 890 рублей с двумя косяками. В принципе, неплохо. Там, где начинали, там и заканчиваем. Эта неделя очень была обширная на вещи. Мы побывали на трех завозах. Продали целых 3 вещи. И также взяли целых 8 вещей. Первый завоз нас порадовал. Мы взяли 4 вещи на общую сумму 650 рублей. 2 из них уже продано. Первая — это флиска от бренда Adidas. Она была продана за 990 рублей. Здесь прикреплю диалог с покупателем на Авито. И денежный перевод от него. Вторая вещь — это флиска Джек Вулскин. Она была также продана за 790 рублей, только уже Авито доставкой. Также прикреплю диалог с покупателем на Авито. Второй завоз нас ничем не порадовал, он был пустой. Я решил не вставлять эти кадры с него. Третий завоз нас тоже порадовал. Мы взяли целых 4 вещи на общую сумму 900 рублей. Одна из них уже продана. Это флисовая кофта Джек Вулскин. Продана она была за 999 рублей. Здесь я также прикреплю диалог с покупателем на Авито и денежный перевод от него. В проекте у нас остается целых 5 вещей. И общая сумма примерно 3000 рублей. Почитаю все точно, и вот здесь она будет видна. Идем дальше, в принципе, к нашей цели. К Stone Island, заветному. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мои социальные сети. Инстаграм, Телеграм в описании. Также подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем пока.